Депутаты Сената парламента, прибывшие в нашу область с рабочим визитом, посетили объекты гражданской обороны и ознакомились с их работой. Также не остались без внимания и берегоукрепительные работы. Члены Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели встречу в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Начальник областного ведомства выступил с докладом о работах по предупреждению и ликвидации весеннего паводка. В целом, воды в этом году было много, проведены масштабные работы. Откачано 400 тысяч кубометров воды, вывезено 329 тысяч кубометров снега, уложено 30 тысяч мешков с песком. Сейчас возмещается ущерб, причиненный наводнением. На возмещение ущерба пострадавшим во время паводка поступило 216 заявлений. По 182 завершена оценка нанесенного ущерба. По 16 заявлениям идет работа по строительству новых домов. Для оказания помощи пострадавшим всего выделено 175 миллионов 430 тысяч тенге. Сенаторы подчеркнули важность работы спасателей. Во время встречи речь шла о повышении заработной платы работникам и улучшении социальных условий. Также депутаты коснулись законопроекта ОЧС, который сейчас находится в работе. С 1996 года прошло 27 лет, и за это время закон ОЧС никак не изменился. Для того, чтобы внести изменения, здесь сидят мои коллеги. Мы вместе работаем над созданием нового законопроекта. Я хотел вас спросить, какие у вас мнения на этот счет? Вы должны как можно быстрее дать нам предложение, потому что нам нужно до конца года успеть подготовить его. После заседания сенаторы посетили объекты гражданской обороны и ознакомились с их работой, в том числе материально-техническим оснащением пожарной части, аварийно-спасательного отряда, водно-спасательных подразделений, квалификации специалистов. Также они обратили внимание на работу по укреплению берега Урала. В целом проблем в сфере много, и их решение является приоритетом, говорят сенаторы. В региональных уровнях есть вопросы по материально-техническому обеспечению на местах. Имейте в виду районного звена и аулах. Поэтому будем рассматривать вопросы по гражданской обороне, как укрепить материально-техническую базу, будем давать предложения, как будем укреплять, где будем ставить пожарные посты и так далее, и так далее. Депутаты Сената также побывали в воинской части 55-17 и остались довольны оснащением и боевой подготовкой солдат. К тому же они обратили внимание на обеспечение Нацгвардии современным вооружением. Екатерина Шмидрост, Тимощанов, Саид Самигула, телеканал Акжаик.